Всем привет, с вами Топ 3 Майнерс, и секунду назад мы остановились на той серии, как мы нашли эту самую крепость. В этой серии мы будем ее грабить. Я чешуинца бью. Нас тут поджидали. А, засада. Убивают. О, блин. Не бойся, не у вас. Да. И первый сундук где-то здесь выше. Вот. А нафига, может сразу в Эндер пойдет? Я снежки забыл взять. Ну ладно. Че, будем грабить или в Эндер пойдет? Ну пока что пограбим немножечко. Охота же узнать, что здесь будет. О, я ниже спускаюсь куда-то лестница. О, сундук. Три яблока и железо. О, тут каньон. Слушайте, а мы не потеряем сам телепорт? Не, а у нас глазики есть, найдем. Да, я спускаюсь. Вообще-то я не советую в таких местах его. О, привет. Привет. Тут тюрьма древняя. Знаете, кто-то один останется у этого портала? Димаш. Димаш. Ануар. Димаш. Ануар. А, два за Димаша. Бига. Димаш. Димаш. А Димаш такой, Ануар, Бига. Ну, главное, не про себя. Так, фонтанчик тут-то красивенький такой, ням-ням-ням. Да, тут-то каньон. Так, прорываемся. Я тебе договорил. Библиотека, я нашел библиотеку заброшенную. О, класс. Спавнер пауков. Там нужно книги потыпить. Зачем книги нам тыпить? Чтобы наконец-то достроить этот. Да у нас много тростника, куча стаков. Да, но вы так и не полностью обделали зачаровательную комнату. Ага, вижу сундук вон там. Давайте Ануара в клетку посадим. Да, Ануар, посидишь там, пока мы тут... О, я нашел сундук этот, два железа и один снежок. Тут две книги в сундуке были, ну ладно. Блин. Ладно, пойдите уже дракона мучить. Это... В этой серии мы тупо грабим эту крепость. Смысл грабить, если мы и так перекачаны? Не знаю. А вдруг там какие-нибудь можем крутые вещи найти? Ой, я библиотеку нашёл. Да, супер-мега-артефакт, никто не подозревал, что такое существует. Для книг. Ладно, нет смысла гравить, потому что мы перекачаны. Это я сказал. Цитата. Конец цитаты. Ладно. Нужно вернуться обратно. Такс. Так. Кто-нибудь помнит обратный путь? Я. Я тебя телепортируюсь. Я тут. Привет. Так. Вставляем глазики. Торжественный момент. У меня кончил. Я один поставил свой. Моя очередь. А что если в Венди их кинуть? Жертвоприношение одна. Последний. Сейчас подождите, я весь мусор выкину. Да, я тоже. А, и вот. Железный шлем. Железо, как вы думаете? О! Как вы думаете? Что, хотел скинуть моего кента? Капец, да? Если бы у нас... Выбросить стекло. А чё? Кто сломал спавнер чешуи? Я. Так, ладно. Зачем? Они веселые. Готовы? Первый. Раз. Димаш. Он завис. Следующий. Что-то быстро. О, блин! Эпик. Блин! Значит, дракон, да, на нас здесь полетит? Да, и все, мы слетаем. Было прикольно, если в мир ДН добавили гравитацию. Ай, стоп, я свою мегаброню. Нет, и этот остров будет крутиться, да? Не, гравитацию добавят. Будет прикольно. Это броня. Одну сломал. Ай, я сам снайпер. Она была моей. У меня есть один снежок. И куча денег. Так, прикол. Забыто, все четыре. Вот какой. Страшно. Че такой дерзкий? Я на тебя смотрю и... Чё такой дерзкий? А, дракон! А, дракон!
Смотрите, андермены! Что я вам сделал? Я на этого вас посмотрел, я вас ударил. Ну что я вам сделал? Хэллоуинские голоса пугают. А, я же сдох. Ой, я дракона побил. Ануар, ты все, почти все взорвали уже. А, дракон! На тебе дракон! Что такое дерзкий? Кстати, почему дракон андерменом гасит? Ну, все можно, да? Я падаю за мир! Меня дракон слышал! ТП-шнему, АТП, ХК, РУС. Давидер. Я тебя пока что заходи. Прикрою. Живой? Живой, ну конечно живой. Нифига себе, он что, тут стрелы. Ну с нашими-то луками. Надо снять пункт. Я залезаю. Что-то у дракона слишком мощная отдача. Пацаны, видели, где я? Эй, прикройте меня, пойду пока повзрываешь, пока я тебя услышал. Держи меня, дракон. Я тебя скинул. Либо вон там основай. Там последний. Последний. Давай, Эндермен. Найд. Уйди. Стоять, Эндермен. Эй, чё он тут идёт? Он должен стоять. Бейте его, я смотрю на него. А у меня почти стрелы закончились. А чё он тебя не бьёт? А, упоротый. Пришло время. Это он так мой каменный лень почувствовал. Блин, дракоша, как это? Дракоша, засрка. Да. А, блин, Лиза, наберись на эту фигню, я знаю, у тебя есть много блоков. Как стоит? Дальше Лоша, подлетай. Лиза, сломал? Процесс. Ануар, дай стрелу, а то у меня только 12 осталось. День. Отойди оттуда. Не ломается. Сломал. Дай мне стрел. Так, поищем еще. Я буду на снайперские вышки. А, я перелетел ее, блин. Теперь надо мочить его. Всех орудий. Невидимая броня. Да меч каратила. Невидимая броня ходит. Ясновен. Что-то не то с моими руками. Меч туда-сюда летает. Ой, я попал в андерменов. Я всех андерменов бью. И страшные звуки. Ох, а там у них какая-то крепость. А, нет, пожалуйста. А, страшно. У меня лагает. Эй, Тоша. Я попал в дракошу. Колется, да? Колется. Колется, да? Колется. Нет, не колется, да? О, я попал. Эндермена в снежки не пьет, а ты спокойно. Дракона снежка не пытаем, дракон. Мне только один. А ты чё, всех потратил на эндерменов? Надо стесняться. О, я выбью зелье ночного видения. Ого себе, нифига. Здесь лучше не пить зелье. Ануар, спасай. Вига, ты чё, невидимый? Ай! Спасите, мало хп, дайте подхилиться. Кто знает, где здесь был скал? Прикройте, хилюсь. Кто знает, где здесь был скал? Я хочу взять свою ногу за очарованную яблочко. Прочь, 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 иди прочь. Ах,
спасите, одна хп, меня сейчас эндермен какой-то за мной гонится, он меня сейчас заколотит. Вот этот! Что, на моего друга напал? В городе, да? А, дракон! Надь! Ануар, у тебя сколько стрел всего? Ха! Даю по всему! Да это у меня стрелы закончились. А если одна слетела с этого места, я сейчас куда-то там... Ну, стопу. Было явно 7, я всего 3 раза. А? Мало хп? А туда-сюда. Нет, нормально уже. О. Дай мне стрелу, а то я даже стрельну. А если ему попасть в крыло, он ранится? Нет. Как думаешь? Это нереально ему попасть в крыло. Чё, Колин? Чё вы его это время стрельнули? Я хочу его побить. Закидывай его, закидывай. Ждем. Ну ладно, ну дай мне стрел. Я тебя сейчас подожду. Ну это очень страшно. Мочи его. Ну-ка. Это капец скучно. Иди туда. Он такой легкий. Он не легкий, когда у тебя. Ты просто представляешь, какой он легкий. Слабовато. А у меня, знаешь, он прям как... Не знаю. Я прям вылетел. Чего у него такая дача? Иногда он так разгоняется и прям бабах прям по тебе. А, я помню, беги на бичный полет. Эндермена он еще раз не будет. Давайте подождем, не будем его колотить. Пусть он там полетит. Давайте его теперь чисто давайте. Кто стрелит, тот лох. Я в Эндермена попал. Поцелуй тебя, Эндермен? Куда ты ушел? Ой! Где он? А! Не вообще на бокарник! Уи! Давайте стрельнем его после этой мысли. Ануар, прежде мы. Нет, за что? Это был последний мысль. За что? Был решающий. Обижаешь, братюня. О, собирай опыт. Опыт, опыт. Собирай опыт. Вы его что, сняли? О! Да. Поднимайся наверх. Поднимаешь, но я покапался на портал. Эй, ни одного блока не хватило. Ануар, давай ко мне. О! Блин. Уйди, уйди, нечистая сила. Вега, надолго у тебя это еще зелье невидимости? Почему вы не умираете? Почему ты такой гад? Ответ не дает. У кого какой уровень? 4. У меня обычно маленький. У меня 61. Да ты достал! За 4. Вы я первый! О, эпичная заставка. Ты тоже смотришь Ануар сейчас? Я ее пропустил. Да, я делал подробный летсплей по тому, как собирать это самое яйцо. Еще очень долго. Много времени уже прошло. А, я упал. Фак. О, я прям на спауне. 10 blocks is a magical total. Так, где оно? Ага. Я его возьму себе. Чего? Так. Ха. Скоро ждите новую. Не, нафиг, я на этой останусь. Я тоже. О! Смысл дальше играть на этой? Уедем отсюда, где-нибудь там поживем. Сделаем эпичную рельсовую... А потом заново опять дракона спал? Сделаем эпичную дорогу рельсовую, ну... Через складину. Да, хей. Когда выйдет бакет 1.4, ха-ха-ха. А, скучно. Как пропустить? Ха-ха-ха, я дома у себя. И этот трофей мой, потому что я его заслужил. О, прямо на наковальню. Почему? Я был последним. А я его забрал. К-
Кто круче? Я. Круче. Ты улетела, я забрал. Ну ладно, признаю, это было мужественно убить его. Со своими-то вещами, Чайкануть. Да, чайкануть. Нажать на яйцо бега, нажать. Не, не надо. Нажать на него. А, нажать, нажать. Я на счет три нажму. А я повыбрасывал все глаза. Нафиг. Они нам могли в будущем перебиться. Я же взял. Молодец. Где она теперь? Все, нет теперь яйца, Димаш. Ты дебил. А, вон оно, я его нашел. Я по нему еще раз ударю. Это весело. Где? Эй, яйцо, хватит убегать, ты где? Догонялки, да? Эй, где он? А вот. Где оно? Где? Где оно? Эй, яйцо! О, молодец! А яйцо в ней? А там что из стекла кто-то устроил? Где оно? Наверх? 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 Ее наверху нету. Потеряли. Нет! Нашел. Мужской. Нашел. Да, нашел. Нашел бега? Вот где лежит. Ах, как далеко. А я на него водички налью нафиг. Подожди, я хочу воды налить. А я лаву налью. Где он? Где? Анфар! Никто его не видел, вон он. Что ты с ним сделал? Педро, Педро! Как далеко мы от дома убежали? Где? Где она? Блин, я подумала, это черная овечка, это и есть яйцо. Ануар, ты гений. По нему, если стрелой стрельнуть, он даже телепортируется. Где он? Педро, Педро, ты где? А, вот он. Где? А. Привет, Педро. Где она теперь? Не, он неумираемый. Педро не сдохнет одним лишь касанием мужской руки. Педро мужественный вас. А почему я эти ануары не могу поджечь по респекту? Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами были Топ 3 Майнерс. Это была битва с драконом. Ждите новых серий. Они будут. 100%. Ладно. Всем пока. Че ты от нахуй чи? Даем Педру покушать.